Через полгода после триумфальной победы в 36-м чемпионате мира сборная России по хоккею с мячом вернулась в Ульяновск, чтобы сыграть пару товарищеских матчей против «Воги». Подобных контрольных поединков в истории ульяновского «Бенди» еще не было. Мы готовимся к кубковым матчам, мы готовимся к чемпионату. И для нас столь серьезный соперник – это очень хорошая проверка для наших игроков. Около 3000 болельщиков собрал матч «Воги» и сборной России. Благо, покупать билет, чтобы попасть на трибуны «Волга-спорт-арены», надобности не было. Вход на игру был бесплатным. При этом хоккейное зрелище получилось очень качественным. Обе команды действовали на высоченных скоростях, а «Хозяева» еще и запредельным настроем. Спасибо «Волге» за такой запредельно боевой настрой, которому, наверное, мы от которого не ожидали. В первом тайме у «Волги» было 5 попыток забить после розыгрыша угловых. 4 из них оказались удачными. Сборная России в отсутствии Сергея Ломанова, Павла Булатова и еще нескольких ключевых игроков забивала в основном за счет индивидуальных действий. Но порой и их высоченного мастерства не хватало, чтобы переиграть волжан. Так, например, голкипер Антон Ахмеров парировал 12-метровый удар в исполнении Евгения Иванушкина. Все 90 минут волжане провели на кураже. Самое главное, что они показывают, что потенциал есть. Его просто нужно доставать и показывать перед любимыми болельщиками, да, показывать тренеров. И прежде всего самому себе доказать, что ты можешь прогрессировать, это я про игроков говорю. Если это получается, то праздник, как сегодня, он удался. Праздник, который прошел под девизом «За честный спорт», действительно удался хозяевам. Они самоотверженно сражались против грозного соперника до последней секунды. И их старания были вознаграждены победой со счетом 8-7. Болельщикам огромное спасибо сказать. Играем дома, очень хороший, мне кажется, праздник, да, такой, чувствуется прямо. Я так думаю, поддерживали не только нас и сборную, то есть мы как бы все в одних условиях. В таких же одинаковых условиях «Волга» и сборная России провели еще один товарищеский матч. И несмотря на поражение 2-9, можно утверждать, к играм предстоящего Кубка страны «Волга» готовится плодотворно. Осталось это доказать в официальных матчах. Михаил Сашанский, новости «Ульяновской правды».